«Пищеблок». Новый роман Алексея Иванова. Они были сигнальщиками. Мальчик бил в барабан, а девочка трубила в горн. Они вместе встречали каждый рассвет и провожали каждый закат. Всем казалось, что дети сделаны из гипса, а они были живые и очень любили друг друга. Однажды ночью пионеры взяли камни и разбили барабанщика на куски. Девочка с горном не простила гибели мальчика. И теперь каждую ночь она оживает, спрыгивает с постамента и бродит по лагерю, чтобы отомстить. Алексей Иванов. «Пищеблок». Если тьма сильнее тебя, не покидай свой дом, пока не прозвенит песня горна.